Проспект Здоровья в очередной раз открылся на территории Курганского педколледжа. Это целый комплекс мероприятий, посвященных здоровому образу жизни и профилактике употребления психоактивных веществ. У студентов есть возможность заявить о себе, раскрыть свои творческие способности. Им просто некогда заниматься какими-то нехорошими вещами, курить, пить и так далее. Поэтому наша задача их полностью активизировать, направить их творчество, их стремление в правильное русло. На базе колледжа часто проводятся красочные флешмобы, посвященные теме профилактики наркомании. Также Курганский педколледж прославился в Заурале интересными и полезными мероприятиями с такими яркими названиями, как «Будущее начинается сегодня», «Маршрут безопасности» и «Обратный отсчет». Кстати, благодаря последнему колледж занял первое место в областном конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике наркомании. Эта интерактивная информационная игра пригодилась ребятам и в дальнейшем. Теперь студенты выезжают со своей программой профилактики в сельские школы Зауралья. Профилактическая работа в учебном заведении ведется при содействии областного управления ФСКН. Накануне здесь прошел очередной интернет-урок с представителями наркоконтроля. В рамках этого интернет-урока, имею право знать, мы проводим профилактические мероприятия в учебных заведениях с целью доведения информации до учащихся, студентов, чтобы они могли этой информацией владеть. Кто предупрежден, тот вооружен. То, что педагогический колледж стал лучшим в области, неудивительно, отмечают специалисты. Кому, как не педагогам, верена забота о будущем поколении? И кто, как не они, должны прививать молодежи любовь к здоровому образу жизни? Да и сами студенты прекрасно это понимают. Я просто не хочу оставаться в стороне, потому что проблема действительно важная. Это, ну, не хочу быть так, чтобы была такая позиция, что меня это не касается. Это касается всех. Все должны бороться за это, потому что все вот эти вредные привычки губят молодое поколение. И мы хотим показать своим примером, что можно что-то лучшее для себя избрать. Быть вот такими яркими, активными, как-то проявить себя, что есть альтернатива вот всему этому.